Последний месяц лета в станице Анастасиевской богат на праздники. Здесь ежегодно проводят дни кварталов, на которых чествуют и благодарят за труд своих земляков. На одном из таких праздников побывала и наша съемочная группа. Здравствуйте, дорогие земляки! Пролетел еще один год, и снова мы приветствуем вас на нашем любимом, традиционном и народном празднике Дне Квартала. В станице Анастасиевской проживает более 11 тысяч человек, для которых она стала родной и близкой. Здесь вместе трудятся на благо своей малой родины и вместе отдыхают, радуясь успехам и достижениям своих соседей. А сохранять такие добрые отношения между друг другом помогают праздники, и один из них – это День Квартала. Стала доброй традицией проводить в преддверии осени итоговое мероприятие, посвященное проведенной работе на наших кварталах. У нас в народе говорят: не выбирай дом, а выбирай соседа. Добрые дружеские отношения для каждого из нас – это очень важно. И спасибо за то, что вы сегодня пришли, за то, что вы сегодня встретились друг с другом, поделились новостями. Я от всей души поздравляю вас с Днем Квартала номер 6, одного из лучших в нашем поселении. Своих земляков с праздником поздравил и председатель районного совета Григорий Литовко. Я хотел бы от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Саниговского, от имени совета района, от себя, как от вашего земляка, поздравить с этим, наверное, самым близким, самым родным нашим праздником, Днем Квартала. Почему родной, почему близкий? Вот здесь, наверное, никакой фальши. Вот здесь глава выступал, благодарил вас за ваш труд, что вы делаете. Мы здесь все на виду. Мы здесь родились и выросли. Кто-то приехал, кто-то влюбился в нашу станицу, квартал номер 6, и остался здесь жить навсегда. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, успехов. Ну и, наверное, сегодня всем нам пожелать надо мирного неба над головой. Всех с праздником, с Днем Квартала! Отдельные слова благодарности председатель районного совета сказал в адрес ветерана Антонины Павловны Муравьевой, которая, несмотря на свой почтенный возраст, является активистом этого квартала, помогает его благоустраивать. От имени главы Славянского района Романа Синеговского ей будет передано благодарственное письмо за такую активную общественную позицию. Жителей квартала номер 6 поздравила депутат Анастасиевского сельского поселения Татьяна Дацко, особо поблагодарив за работу квартальную Любовь Маткову. В большой семье, в вашей дружной семье есть глава, наверное, да? Главнокомандующая в семье. Любовь Николаевна Маткова, ваша квартальная замечательная. Уже Александр Григорьевич Семко сказал, что она очень старается, она трудится, занимает призовые места очень часто. Спасибо вам большое за ваш труд. Благодарственными письмами и памятными подарками также были отмечены долгожители квартала, юбиляры, активисты, хозяева домов образцового содержания. И, конечно, какой праздник обходится без концерта? Его для своих земляков подготовили творческие коллективы Анастасиевского дома культуры. Краснодарский край, ой, да он богат лежит, ой, да по степи река, ой, да гор крутых бежит. Теплые добрососедские праздники пройдут во всех кварталах станицы Анастасиевской. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».